Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Абросимов Артем, Тевфиков Амет, игрок команды «Аврора», 17 номер. Команда Амета проиграла, к сожалению, сегодня, но показывала очень неплохую игру, и сам Амет был очень ярок на поле. Вообще, ваши комментарии по матчу, что сегодня не получалось, почему упустили вот этот счет 2-1, буквально победный уже? Ну, игра была равная, как я считаю. Команда Стилман взял скорее больше возрастом и качеством игры. Мы еще молодые парни, стараемся. Я думаю, что у нас очень много что получалось в этой игре. Следующая игра будет заключительная в этом сезоне. И я надеюсь, что мы закончим его на хорошей ноте и все будет прекрасно. Как вы вообще считаете, победите в последнем туре? Мы сделаем все, чтобы победить. Это правильно, потому что все уже хотят ждать побед и только побед. Я полностью согласен, игра была великолепная, просто хорошая игра. Ну, ребята, Стилман все-таки уже мужчины, возрастные, поэтому вы очень хорошо сегодня отыграли. Спасибо вам за игру, всего хорошего. Спасибо.